Мұның ұсас вақайлары Ақта Тариев өтмеге азырмы студияда мен Сұлтынес Такаева чылышам, қайырлақшымлар. Дабыр көй ғаз іле Демьяновқа көйіне рекорд мүддетті ғаз борысыны чектілер. Ярым сатта уникал амелият кезлерді ангиограф комплексы жанларына құртара. Мусафырханелер юз файызға толу ве яз авасы қырымда қадифе мевсімі башланды. Ахмеджет районының Демьяновқа көйіне таби газ етіп келді. Оны қысқа вақытта 10 ай давамында евлерге шектілер. Газ елыны ярымада газификациясы регионал программасы черчевесінде құрдылар. Тантананың уникал даққалары аққында Диана Бекмамбетова девам өте. Контроль тишкерю ве мына конфоркада атеш якыла. Демьяновка койынын сакинлери бу куны онлар жиелар девамында бекледилер. Спасибо большое вам, спасибо вам большое. Эльмира Меметова бу койге 1991 сене Озбекистандан келді. Бүгінгі күнгеджі әр ел тоналардың көмір сатын алайды. Кечік балалары олған қорында ічін геджі күндю сыджак олмасы пек мойымдыр. Газ пейда олғанынен бу масрафлар кечмеште қалды. Каждый месяц газовый баллон, он тоже 1200 рублей стоит. Вот представьте, какие затраты. А сейчас все хорошо. Дождались. Демьяновка көйінде газ елуны рекорд мүддетте құрдылар. Бұл бір елға бармады. Оның ұзынлығы аман-аман 16 километр. Регионал бюджеттен құрыжылаққа 25 миллион рублей айырылған әді. Быстро очень сделали. Вообще по этой программе у нас 11 сел. Вот 4 мы уже запустили. В течение полутора месяцев остается еще 7 у нас. Шымделік газға 5 әвні құрадылар. Біраз сонра мавы яқарлы қалған сәкінлерінің әвлеріне де етіп келеджек. Бұның үчін весіқаларыны тәртіпке кетірмек керек. Бұй елнің сонуна жа газификация Бақчысырай ве Ислам Терек районларыны қаплап алажак. Қырымны 2035 сенегедже тұлу шекелде табей газнен темін етмеге планлаштыралар. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Милет үчін. Қырым диққат меркезінде көз үкімдарлығына кіре демек ярымадыда қадифе мевсімі башлана. Сентябрь айында туристлерінің сайысы артты мы, йоқ мы? Бұ ақта Ленуза Бұрсейтованың левқасы. Ярымада елларында арабаларының номерлеріне бақып, жоғрафияны огренмек мүмкін. Москва, Санкт-Петербург, Тула, Самара. Бұ мевсімде мұнда эпосы. Сентябрьдің ортасы Аваисе 30 градус. Қырымда қадифе мевсімі башланды. Сентябрден балалар мектепке, талебелер институтларға қатна башлайлар. Дженюбик унешіні севгенлер ісе ярымада дан кетмеге ашықмайлар. Антоновлар айлесі 2020 сенесі четелдер атлануф еріне ерлі курортны сечтілер. На самом деле недорого, хорошо, тепло. Прекрасный воздух. Пали айлесы ісе қырымға әр ел келе. Фиатларны мақ бұлсаям. Пара топламақ үчін елламаны әвелден, да февраль айында сатын алдылар. Стараемся в бархатный сезон, когда поменьше народа, поменьше школьников и когда вот уже нету такой жары. Амма табиат манзарасы да язда кикибі. Деңіз паралтысы далға шывылдысы. Пляждаки қомшылар сайысы тамам саба автобузда кикибі. Мусафирханелер аман-аман 100% толу. Это, наверное, рекорд. Рекордная загрузка вообще за весь период существования отеля. Мы в сентябре обычно получали другую аудиторию, это маленькие дети, да, люди пенсионного возраста. В этом году, конечно, весь сентябрь мы стоим практически в 100% загрузке. Сентябрьде ялыболю курорт тамам Италияның ривьерасына аңдыра. Қырым мусафирханелері, истиратевлері яңы елғачы толу. Чешік түрлі одалар, номерлер, истеген фиатқа тапмақ мүмкін. Уже видим, что у нас бронирование всех наших 160 объектов, средств размещения распространяется, включая 15 октября. И даже многие отели у нас зарезервированы буквально до декабря месяца, и включая новогодние праздники. Егер де ава бозылса, барып бағмаға ерлер, ер вақыт тапылыр. Меселе октябрь айында Никита Небатат бақчасы көз чечеклерінің балынен айретте қалдыра біле.
Кадифи мевсымы Кырымда ноябрьде екінленен. Бұл вақытқа деңіз суы егечелер серінлеше, вегленже мойсеселерінің чоқысы қышқа қапала. Ама бұл ел мевсым чоқ час озыла біле. Ленуза Бурсиитва, Вера Мазаналивапов, Миллет үчін. Эпидемияға қаршы нормалар әйет әтілуіні Ахмеджетнің теджері меркезлерінден бірінде тешкірділер. Шер мемориетінің іш группасы ұғренді. Сатыже вемүштерелер маскаларда ма, дезинфекция шейлері вере циркуляторлар бар ма, йоқ ма. Мемурлар әлі рейтте Гузель Мамбетова болынды. Бутюканы іш группасы текрар тешкеретіневі мында антисептиклер йоқ еді. Хадимлер ісе маскасыз чылыша еділер. Пустифере пысы талаплар рие ететілген бұзувлар йоқ. Мы соблюдаем все санитарные нормы, которые предписаны Роспотребнадзором. Бу супермаркете бірінші тешкеру вдевамында бузувлар тапылды. Администратор бізім телевизион группамызға тефсир бермектен рет етті. Нет, я не имею права ничего комментировать, извините. Маска незамыре еетет львы бойынша бузувлар аля да раст келе. Эр бір тюканда ветеджари меркезде антисептиклер ве дезинфекция журналы олмақ керек. Эпидемияға қаршы нормалар еетет лв. Меген алда юксек азырлық низамы девамында бузувчылар жазаланачак. Бузувлар текрар кайт этілсе, тиджари муисеселер капатылмасы мүмкін. Если выявляется несоблюдение правил Роспотребнадзора, мы составляем, хочу обратить ваше внимание, мы составляем предупредительные акты по факту выявления несоблюдений, на устранение которых дается сутки. Джемат ерлерді маскалар кейлівы майы сайындан мечбурин нормадыр. Башында буна джиди янаштылар. Ама сонра тіби маскалар кет-кете сирекче раз келі башланды. Мониторинг костерді кетті джари меркезінің крышынды зеретчілер эллеріні дезинфекция әте білелер. Эмдіхавсыз месафе қалдырылмасы ічін мақсус сызықлар чызылған. Үш группаның азалары айтқанларына көре тіджари джари ноқталарының эскериеті Роспотребнадзор идаресінің талапларына уйгун чалышалар. Кырымда тиджари муисеселерінің әр күллік мониторингі юксек азырлық низамы ляғу әтілгенде девам әтеджек. Гузель Мамбетова, Алим Сейдалиев, Миллерт үчін. Кезлевде ангиограф ярдымынен ілк амелият кечірілді. Аппарат сатын алынывына федераль бюджеттен 60-қа яқан миллион рублей айрылды. Бұ әлет амелиятны аз инвазив ұсынен кечірмеге имкан бере. Бұ ақта бұзымныв бетті келев хамас. Тендерист Вена Еренде 64 яшлы Леонид Мирасниченко операцион блоктан НДХ айты. Хастаның диагнозы кескін инфаркт. Ангиограф ярдымынен әкемлер ярым садивамында она юксек севейлі ярдым көстере білділер. Пациент, который прошел сейчас через исследование, это острый коронарный синдром с элевацией сегмента СТ, то есть то, что раньше называлось трансмуральным инфарктом. Его состояние я характеризую как стабильное, тяжелое. Кезлев шер хастаханесінде диагностиканың рентген хирургик усуларыны ачтылар. Юксек технологик донатманы юрек дамар хасталықлар или куреш адлы регионал лейха амилге кечірілувының черчевесінде сатын алдылар. Бу НД Джумхуриетті үчінгі бойле комплекс. Ангиограф сатын алынувына федераль бюджеттен 60-ға яқын миллион рублей айырылды. Бу але дамарларға кырып диагностика үчін оларының ічіне контраст шей хошмаға тромбаларыны йоқытмеге мақсус стентлер қоймаға имкан бере. Кейфетлі ве доғру ресім не олаятханыны алламаға ярдым әте. Беску, ранняя постинфарктная, можна. Бұ донатманың имкенлары диагностиканың юксек севейді кечірмеге ве юрек дамар хасталығыны седавилемеге имкан бере. Инсанның эпсі дамар еллары әкемлерге ачыла. Благодаря выполненному исследованию мы понимаем тяжесть поражения его коронарных артерий. И это та ситуация, когда помочь пациенту можно только с помощью большой операции аортокоронарного шунтирования. Кардиолог Берген Йоланмасы или аортокоронар шунтирование амелиаты ве коронар артериалар стентирование этелювы бедава кечерыле. Бу эмаджеле эмдеплан бойюнджа кечерылген вахыт. Болюкте анестезиолог, кардиолог, хирург, невролог экемлеры чалыша. Умумен оларнын сайысы 30 экем. Операция прошла очень хорошо, безболезненно. Специалисты очень высокого класса, видно, на новом оборудовании работали и подбадривали все время, и никакой вообще, как будто я и не был на операции.
Эгер хастанын алы стабиль олса, у анестезиолог, векардиолог, кимлернын козетелю венде тек бір сутка болуна. Эвге хайтарылған сонысе толу шекелде яшаве чалыша были. Сулдане Бакал, Севилия Меметова, Алим Сидалиев, Миллет Ичун. Кефеде құрылған су елінің умыми ұзынлығы тахминен 9 километр. Оның тікленуліване 197 миллион рублей айрылды. Амелге кечірілів Қырым ве Ақыярын кешафы бойынша федераль мақсадлы программа чершевесінде алып барыла. Ишлер бөсіне август айында башланды. Объекты алып барылған иш аққында бұзымлев хамыз. Кефиде Кайгадора, яны Орджоникидзе қасабасының сәкенлері суф меселелерінен яқын танышлар. Дах рельефу меселені ағырлыштыра, весуф басымына тәсір әте. Бұ меселені чезмек үчін суф елуны құралар. О Кайгадор весултан сала, яны южный көйлеріні бағылайжақ. Мында темы суф үчін бір хач чапчақ ерлештірілжек. Құрыжылар әнді бір километрден зияды суф бұрыларыны ерлештірділер. Суф елының құрыжылғы Қырым ве Ақыяр инкешафы бойынша федераль мақсалы программа чечевесінде алып барыла. Ишлердің умуми фиаты тахминен 200 миллион рубледір. Ишлер август айында башланды. Чистим канаву от камней, чтобы труба была чистая. А то осыпается все. И поэтому чистим. Құрудшылардың сөздеріне көре траншей 5 километр қадар қазылды. Оны доғырлайлар, таптайлар ве бұндан сон бұрыларыны меркези түйім еле құрайлар. Бұндан сон олар топырақнен цепіле. Объект башланғыч басымақта болуна. Отек 10%-ға азыр. Азыр суф елінің ұзынлығы 9 километрні тешкілетеджек. Тему суф резервуарларының жемі көлемі 4,5 кубометрні тешкілетеджек. На сегодняшний день порядка 8 миллионов рублей мы освоили. Материалы как бы все стандартные. Но любое строительство, оно само по себе уникально. Новый проект, это всегда интересно. Лихари бирает ханына куре, объектны вақытында тапшырмаға сөз берелер. Бұ 2021 сененің июль айыола жақ. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Милет Ичун. Михаил Кутузовның 275 жылығыны Алушта шәрінде Кутузов шадырваны янында қайдеттілер. Ерел сентябрінің 16-сында мұнда Джимхуриетінің чешіт көшелерінден ветеран тішкілетлардың векілері, кадетлер ве арби қызметчілер топлана. Олар Кутузовның қатарасыны аңдылар ве оның бюстына чечеклер қойдылар. Монумент ерлештірілген яқын ерде 1774 сене язда Кутузов ерланған еді. Выхватив штандарт из рук раненого знаменоносца, с криком «Ура!» увлек гренадер в последнюю штыковую атаку. В это время пуля, пущенная из штуцера вражеского, пронзила голову героя насквозь, и он должен был бы погибнуть. Но солдаты вынесли командира к роднику, омыли раны, а в это время подоспели остальные силы. Эр ел Новороссийск шерінден Михаил Кутузов крейсер музеи коллективының векілері тантананың іштіракчілері олалар. Айталар ке кечмішнің қараманлары аққында хатыра бала ве яшларының ватан перверлік аны ве тарихи хатырасы үчін пек мойымдар. Поэтому считаем, что мероприятие очень важное, очень нужное. И мы всеми силами стараемся пропагандировать именно такие вот таких личностей, на его примере учить подрастающее поколение. Ахмеджиттің меркези китапханесінде Крым Букфест Экобин Егірім адлы 6-й әдебиет фестивалі кечірілі. Санат ве мединиет әрбаплары әдебиет китап ве оқуыны популяраштырмақ үшін өз иджадына тағдим әттілер. Иджадзе болы қаққында бұзымлев хамыз. Франко адына китапханеде әдебиетқа ән первасыз қалмаған адамлар. Шайырлер, языджылар, бардылар, ресамлар, әйкілтірашлар, актер ве музыкантлар. Әркім өз ижадынын ляқай сержінің деқатыны жел пәтмеге азыр. Ферде Усманова да истесна дегіл. Универсаль оқуф залында о Крымтатар санатыны тағдым әте. Оның сергісі «Золотое сечение» деп адлана. Я понимаю, что в мире нет ничего идеального. Но мы всегда стремимся к чему-то красивому, мы стремимся к тому, что нам нравится. И хотелось вот эту эстетику передать в названии. Ресам балалықтан иджатнин оғраша. Вионсыз озыны тасавуры тип оламай. Оның әсерлері арасында ресым чызылған табақлар. Ведегер әл япмай ішлер. Мойлев үслібінде милли тюз бірден көзге чарпа.
Фестивальнің мақсус мейданы «Шайыр ве бардылар марафоны». О, Гумилевнің шереті бойынша «Коктебел бары 2020» адлы 15-ші халқара фестивальге бағышланған. Оның чертшевесінде Гумилев адына бүтін Русия әдеби мүкефятының лауреттылары тақдырленді. Я написала книгу «Гумилевская осень», приехала из Калининграда. Для меня это мероприятие очень теплое, очень радостное. Тедбирдің тешкелячысы Иван Франко адына Қырым Джимхурый универсаль ілмей китапханедыр. Фестивалінді 6-й кере өткеріле. Крым Букфест ата бойле сады олмаған эпидемиологик вазиетті осерак бетліні джоймады. Для нас ценно, что на этот фестиваль приходят не только наши читатели, не только работники культуры, но это барды, музыканты, художники, издатели. Фестивальде енді Ахмезджит ве Ахьяр ижаткерлары. Емді Анапа, Москва, Владимир ве Калининград шерлеринден келген мусафирлер иштырак эттілер. Илериде де Крымбукфест бойле мераклы ве тойгун олмаға ваде эте. Сабина Дениева, Марина Соловьева, Рафель Вахидов, Милет Учун. Яш профессионал адлыс 2-й милли чемпионатының финалы девам эте иштракчилер энді татлылықлар пышырылывынды ве ресторан сервисынды ос азырлығыны нумайыш эттілер. Бүгінгі компетенция енгіл арабалардың тамираты ве хызмет эталювы. Конкурс иштракчилері вазифелеріні насыл бежергенлері аққында Сабина Дениева тариф эте. Балтылар бұрылывы, кочырычы джиылывы, конкурс иштракчилері тамын бойле вазифелеріні бежережеклер. Конкурс иштракчысы поршын диаметрны ольчей. Бу Ахмечит районындан келген Владислав Марковский. Енгел арабаларны тамираты ве оларға хызмет этілу в компетенциясында иштрак эте. Айтаки, вазифелер ағыр дегел, ама олардың бечерілбіне аз вақыт беріле. Если честно, подготовка это одно, а конкурс всем другое. Ну, хотелось бы большего, но в целом очень даже ничего получилось. Бұнды яш профессионалар адлы 8-й милли чемпионатының финалы. Енгел арабалардың тамираты ве оларға хызмет этілу в компетенциясында конкурсатының ішіні 3 модульге болдылер. Олардың әр біріне 2 саат беріле. Бұ вақыт ішінде іштіракчы бозымны тапып, керек шайны өлчімек, көрудіні джеймақ ве дақытмақ керек. Екі яш категориясы бар. Эсасы 16 яштан 22 яш хаджы. Юниорлары категориясында конкурсантлар 12-ден 16 яш хаджы. Мейданда иштракчының әрекетлері 5 камера көзеті. Әр бір әрекет тефсір әтілмек керек. Комиссия азасы есе баларыны мақсус системаға керсеті. Сонра оның ярдымынен ән көшілу иштракчы белгілене. Уровень сложности здесь максимальный, который в принципе может быть. Те задания, которые выполняют конкурсанты, они сложны настолько, наверное, насколько в жизни они с ними, наверное, никогда не столкнутся. Поскольку задача такова, что вы прям лучшего в стране. Решат Джемилов айтқанына көре, конкурс үшін эпосы вазифелеріні ән яқшы экспертлер тезділер. Яш профессионалар адлы чемпионата Русия Федерациясының әр бір регионындан бір адам чықыштан бұлуна. Ғалип мемлекетіміздің Европада тағдым етежек. Экспертлер жерленінің Москва, Волгоград ве Калининград шерлинден көзетелер. Нәтижелер сентябрдің 18-інден белі олачақ. Сабина Денеева, Саид Влеляев, Милет Учун. Ярымаданың гроссмейстерлері Қырым Сантрач Федерациясының 5 жылығыны көкті ойнадылар. Ирішме Русия рекордлары китабына кіре біле. Матч азырлануы ве нәтижелері аққында бұзым левхамыз. Учив огюнде сонки азырлықлар. Пилотлар учив аппаратларыны тешкерейлер. Гроссмейстер сантырачылар Татьяна Василевич ве Максим Павлов огют сөзлеріні эшітелер. Экстремаль шары себебінден блиц сантырач ойнамаға қарар алдылар. Боле ойында партиялар 3 дақадан аз вақыт девам еті. Юрюш үшін 2 сәния беріле. Когда долго не играешь в шахматы, все-таки мозг отключается и уже сложно принимать быстрые решения. То есть это сложно само по себе. Ну а в небе, когда там банки, когда там куда-то уносят, заносят, это еще тяжелее. Тешкелечилердің сөзлеріне көре, гроссмейстерлер сантырач партиясыны ойнамаға бірден разы олдылар. Они всегда готовы к подвигу ради шахмат. Они живут шахматами. То есть надо, значит надо. Давайте попробуем в небе. Первый полет, конечно, был достаточно эмоциональный. Учу аппаратлары да сантрач ойынчылары да азыр. Бір-бірі артындан учақлар рекорд үшін білдірілген 200 метрлік юксеклікке көтерелелер. Көкте ақыл ойынының ерде декатылы көзетелер. Сантрач онлайн сервисы ердімінен сиерджілер әрбір юрышны көре білелер. Таня бьет слон d7. Идея такая, на
Слон D7, ладья F7, используя связку. Татьяна Васильевич и Чунмачлар были одеттен тышка черельгены бірінжі дегел. 2014 сенесі о мермер қопада 42 метрлік теренлікте бір вақытта бір хачыр ақыпнен ойын кечірді. Конхансон бүгінки ойын ақында тесерутларынен пайлаша. Очень интересно. Конечно, отключаешься все равно от реальности, но было время все равно посмотреть, что происходит вокруг. Очень красивый наш Крым, город Евпатория, Сакский район. Мы очень хорошо провели время. Тедбурны Крым Джумхурияты Сантрач Федерациясының 5 елығына бағышланды. Мне кажется, такие яркие мероприятия, они привлекают большее количество и не только людей, которые занимаются, любителей, но и будут привлекать в наши ряды новых-новых шахматистов. А шахматы для Республики Крым – это базовый вид спорта. Блиц ойын бір сатан бір асашты. Гроссмейстерлер ойынында 4 уч, эсабы или Татьяна Васильевич ғалип чықты. Крым Сантрач Федерациясының планларында гроссмейстерлер матчыны МАВ-да, МДСУ-да кечірмек бар. Сабина Дзиниева, Руслан Минаев, Арсен Фукала. Милет үчін. Бүгінге бөйіпсі қаберлер Милет телеканалындан айырылманыз. Қайырлы ақшам бар.